Срок фактического сбора документов для получения разрешений на строительство в Самарской области составляет минимум полгода, при норме 85 дней. Такие данные озвучил общественный представитель Федерального агентства стратегических инициатив на круглом столе, где обсуждались проблемы отрасли. Основное препятствие – сложность процедур, которые вынуждают инвесторов тратить главный ресурс – время. По факту, конечно, агентством стратегических инициатив учитывается то время, которые документы находятся на рассмотрении в органах власти либо ресурсоснабжающих организаций. И между этими процедурами может быть довольно значительный промежуток времени, когда документы находятся на стороне заявителя, застройщика. Это время теоретически не учитывается. Поэтому, когда мы говорим, что срок этот составляет 3 месяца, по факту то он, конечно, больше. Эффективность процедур при выдаче разрешений на строительство – один из критериев, по которому определяется позиция региона в национальном рейтинге ОСИ. По итогам 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Однако не все показатели улучшились, и к сфере строительства есть претензии. Между тем, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу войти в десятку, а еще лучше в тройку регионов лидеров по рейтингу агентства. Правительство поручило Министерству строительства создать сервис сопровождения инвесторов. Теперь ведомство работает с документами еще до момента поступления к ним заявления. Оказывается, помощь в консультировании и предварительном анализе документов для выдачи разрешения на строительство. В настоящее время нами проведены тестовые выдачи разрешения на строительство, разрешения на ввод. Выявлены проблемные моменты, которые требуют улучшения для того, чтобы уже непосредственно внедрение самой программы в широкое пользование происходило без проблем. Пока программа работает в тестовом режиме. Полноценный запуск состоится в следующем году. Дальнейшее же упрощение и совершенствование процедур будет учитываться ОСИ путем получения обратной связи от самих предпринимателей.